Алексей, здравствуй. Ну вот прошли сутки, местный сантехник со мной на связь не вышел, ну и хорошо, за это время я сам изучил с Божьей помощью, как это все здесь разбирается, что это вообще за такое. И вот, отключил, смотрю, а здесь даже нет резиновой прокладки, резинового кольца здесь и не было. Туда пальцем вот тоже щупают, там нету тоже, там нету кольца, нету резиновой прокладки там. Вот. Здесь есть, здесь и не текло. Здесь есть, вон она, резиновая прокладочка. То есть получается, ребята, как доставили радиатор, они даже не проверили, видать, что там резинового кольца-то нету. Ну, слава богу, хорошо изучил, теперь сам буду знать, как это работает. Вот так.